Іноді бачиш таку картину. Малюк відкриває двері, зустрічає гостей, чемно вітається і запрошує за стіл. За обідом акуратно їсть, прибирає за собою тарілку, йде в свою кімнату, щоб не заважати дорослим. Таких дітей не часто зустрінеш, але вони викликають шалені відчуття і бажання запитати батьків, як вам вдалося так виховати малюків. Спасибо. Пожалуйста. Или еще хотите покушать? Тогда надо еще говорить «пожалуйста». Люблю, чтобы все меня полюбили. Внедряться и бежать в грязь и башать. И глазками делюсь своими друзьями. Вот кто балуется, тот непослушный. А как надо мириться? Ми-ми, навсегда кто поссорится, свинья. Ты свинья, и я свинья, потому что мы друзья. Сучасні діти, які вони? Чому їх важче виховувати? Чим відрізняються вони від більш старшого покоління? Вердикт експертів такий. Нові діти більш чутливі та психологічно вразливі. Авторитарний стиль виховання, укорінений у свідомості багатьох з нас як природний і результативний, не робить сьогоднішніх дітей більш слухняними, а навпаки, робить їх більш агресивними. Тому від дорослих сьогодні вимагається зовсім інший підхід до виховання. Не нужно ее воспитывать. Она с такими мозгами сейчас, дети такие сейчас, индиги, они такие акселераты, она такое мне отвечает, она просто все делает очень правильно, очень тонко. Она такая необычная у меня, ангелочек такой. Она меня не расстраивает, что мне воспитывать? Не надо мне, я не вижу ничего в ней негативного, отрицательного. Эволюция такая, да? Да, она мировая, она любименькая, долгожданная, сколько я мечтала, и это был последний шанс, я его использовала. Мой сын 6-летний, он меня раздражал по какому-то поводу. Я ему сказала, ну как ты меня раздражаешь? А он мне ответил, а я тебя люблю. И вот эти слова уже ничего не ответишь. А ребенок устами младенца глаголит истина. Он еще, связь у него очень большая с космосом, он еще пришел только оттуда. Я почувствовал, что, оказывается, я правильно воспитываю ребенка, когда он маленьким в метро, он ехал и увидел девочку стоящую, ну вот где-то ровесницу. А он сидел на сидушечке в метро. И вот он сам встал и сам предложил девочке, уступил место. Это было, конечно, для меня, как для родителя, это было таким и потрясением, и нечто таким вот, каким-то в животе тепло стало. Погодьтеся, далеко не всі батьки ставляться з повагою до маленької людини. Якщо прислухатись, яким тоном ми говоримо з дітьми, особливо зі своїми, то одразу почуємо вчительські і виховні нотки. Саме так колись говорили з нами, і ми напружувалися і часто внутрішньо саботували вимоги дорослих. Але ж ми все-таки підкорялися. Сьогоднішні діти саботують відкрито. У них нібито наш опір генетично накопичився, збільшився і вільно вирвався назовні. Для виховання потрібні особливі таланти, которые не всегда есть у родителей. Потому что родители в подавляющем большинстве случаев делятся на две категории, которым не до этого. То есть они просто работают, им некогда воспитывать. Но и второе, что когда они воспитывают, они или слишком благожелательны, вот, или слишком резки. То есть или сильно отдаляют от себя ребенка, вот, или все ему позволяют. Вот, понятно, что все эти три варианта они не являются приемлемыми, и только здоровая, так скажем, генетика человека, то есть здоровый вот, некоторый настрой, потенциал его души может ему позволить выжить в этих условиях и остаться хорошим, нормальным человеком. І що ж тепер нам, дорослим, робити? Вчити дітей контролювати свої емоції або самим стежити за своїм тоном? Безумовно, необхідно і те інше. І починати потрібно, звичайно, з себе. А оскільки це не так просто, нам радять при цьому використовувати реакцію дітей. Коли дитина активно протестує, то слід спробувати спочатку поміняти тон і донести зміст сказаного в іншій формі. І якщо вдасться виробити свій стиль ефективного спілкування з дитиною, то всі інші вікові кризи будуть проходити значно легше.
Для детей такого возраста очень важная наглядность. Важна. Почему? Потому что они учатся, видя. Они, слуховая память у них еще слабо развита. Очень развита наглядная память. Поэтому большая просьба, мое пожелание родителям показывать все на собственном примере. К сожалению, сейчас мы очень часто встречаем случаи, когда заходят в детский сад, родители тоже не здороваются, дети здороваются только со своим воспитателем. Вот большое пожелание родителям принимать активное участие в этом процессе. Они более раскрепощенные, именно, может быть, поэтому им нужно давать так же быстро, как и технику, давать и знания о социуме, о своем месте, о месте других, о своих правах, о правах других. То есть тоже так же, ненавязчиво, в игре, но тем не менее какие-то моральные установки им тоже давать, просто если они развиваются настолько быстро, чтобы они и эту сторону тоже не упустили. Мы, в свою очередь, очень стараемся привить детям манеры хорошего поведения, но этого мало. Большая просьба к родителям уделять этому тоже большое внимание. Потому что дома, естественно, не все родители желают приятного аппетита детям. Выходя из-за стола, сами родители не говорят друг другу спасибо, наверняка во многих семьях. В транспорте тоже зачастую мы очень часто наблюдаем, когда родители усаживают в первую очередь своих детей. Никто не говорит о том, что надо посадить бабушку или маму в первую очередь. Особенно мальчики это должны знать. Виходить, що для того, щоб знайти спільну мову з новими дітьми, всім дорослим потрібно спочатку себе поміняти. Адже ми не боїмося змінювати стереотипи своєї поведінки, коли прагнемо досягти кар'єрного росту або успіху в бізнесі. Ми йдемо шляхом внутрішніх змін, намагаючись налагодити подружні стосунки. Новий час народжує нових дітей, і нам неминуче доведеться вчитися відповідати їм. Інакше ми не зможемо передати їм свій досвід. А це єдине, в чому у нас є перевага перед ними. Всі вот эти вот знания и этикета, и простых каких-то норм поведения культуры, элементарной культуры, которая тоже, естественно, включается в этикет, нужно приучать с измальства. Говоря, что не надо делать так, потому что тебе же в итоге потом будет хуже. Ну, а опять-таки, повторюсь, наверное, же этикет все-таки способствует какой-то внутренней собранности, поведению, хотя бы для начала хорошему, ну, а потом уже и какой-то внутренней глубокой культуре. Ведь раньше ж во дворе детей воспитывали все. Видят, ребята плохо себя ведут. Любой подойдет и скажет, а сейчас попробуй. Тут же возникнет родитель, который тебя или обложит, или может и в суд подать за то, что ты его ребенка оскорбляешь. Сейчас совсем другие времена и другой какой-то подход нужен. Дети. Заниматься детьми. Да. Потому что уже, конечно, вот когда произошло все это, замена какого-то нашего советского мировоззрения и кодекса строителя коммунизма, да, мы еще все это застали, и какие-то там, где разбирали на всяких комсомольских партсобраниях, это все, может быть, слава богу, ушло, но нового ведь не пришло. У нас нет системы ценностей. Их надо заинтересовать, надо опять отследить уровень их сознания, на каком уровне, что им интересно, что им нравится. Потому что одни любят одно, другие – другое. И нужно как бы зацепиться за то, что им нравится, и потом вот применить вот то, что им, вот внести вот эти элементы того, что им нравится. Сейчас получается так, что человека нужно воспитывать комплексно. То есть его нужно сразу же в действие вкладывать. Игра, язык, культура. Сразу же в детстве. Вот. А значит, у нас, если вот посмотреть, как это происходит, ну, научили читать, научили писать, считать, там, скажем, все, иди в школу. Вот. Но, собственно, не развили в нем его потенциал. Змінюється світ, змінюються діти. Схоже, на наших очах відбувається еволюційний стрибок, і мозок нових дітей працює принципово інакше. Погодьтеся, вони вражають своїми здібностями і водночас своєю волелюбністю. Чи знає педагогічне співтовариство України про проблеми виховання нових дітей, яку досліджують сучасні психологи? Чи цікавляться результатами?
Как раз эта программа, по которой мы работаем 3 года, она направлена на то, чтобы мы по максимуму были ориентированы на творческого педагога, который повернут именно к детям и идет от ребенка. Эта программа и называется «Я у Свити», что в центр ставит самого ребенка, а потом уже педагог подстраивается под его возможности, под его желания, под его какие-то наклонности и способности. Раньше были дети более заорганизованные, а сейчас более раскрепощенные, более свободные. Да, немножко сейчас сложнее. Да, действительно, время другое. Но дети все равно интересные. Они больше знают, больше видят, больше свободные в общении, больше говорят, больше делятся впечатлениями, не замыкаются в себе. Есть такие дети у нас необычные. Есть дети, которые, понимаете, ну, знают очень многое, удивляют просто своими знаниями, своими умениями, своими какими-то находками в окружающей обстановке. Есть такие дети, это очень радует нас. У роботі з сучасними дітьми необхідно відмовитись від покарань. Сучасна дитина вчиться всьому завдяки наслідуванню, а не страху. Так, якщо дитина бачить навколо повагу, то вона навчиться поважати. Якщо дитина бачить насильство, вона буде робити теж з оточуючими. Кнут і пряник – це тільки для животних, це дресіровка. Когда сознание очень низкое, без этого не обойдешься. То есть для низкого сознания, я согласен, это инструмент для воспитания. Но тем не менее, вот взять того же Куклачева, который кошек там воспитывал, да, вот с одной стороны все хорошо, но методы, которые при этом применялись, варварские, дикие. То есть и током их там подстегивают эти кошек, и они уже чувствуют, что и дрессировщик может это сделать, и делают из страха. Когда делают из страха, конечно, это самый плохой вариант, это нисходящий путь. Вот. А восходящий путь – это когда мы развиваем то, что заложено в человека. Дети – существа разумные, да, они все понимают, все видят, им надо объяснять. Если будут веские доводы, причины, я думаю, что мы справимся с этими проблемами. Конечно же, кнут – это уже не метод воспитания. Експерти дитячої психології вважають, що сучасних дітей можна порівняти з дзеркалом. Вони відображають любов, але не починають любити першими, до 10 років. Якщо їх обдаровувати любов'ю, вони її повертають. Безумовна любов відбивається безумовно, а обумовлена і повертається в залежності від тих чи інших умов. Давно уже в обществе такая складывается идея, скажем, что агни-йоги очень хотели бы соединить эту же агни-йогу с английским языком, там, со спортом, там, с культурой и создавать нечто на вроде воскресных школ. Йоговские школы тоже самое хотели, а церковь тоже самое хочет. И вот сейчас получается так, что человека нужно воспитывать комплексно, то есть не нужно сразу же в действие вкладывать игра, язык, культура. Сразу же в детстве. То, что заложено в человека, значит, мы могли бы развивать в своей семье, если это была все-таки какая-то община, семья. То есть, чтобы ребенок был не сам по себе, а чтобы все же это была некоторая общность. То он развивается в обществе все-таки, ребенок. И поэтому получается так, что некоторые специализированные структуры, которые дети с самого рождения попадают, они в них развивают и это спартанство, то есть некие закалку, да, привыкание к дисциплине, послушание старших и так далее. Уміння дитини відстояти власну гідність закладається нами, дорослими, з раннього дитинства. Інколи ми самі пригнічуємо певні риси характеру і руйнуємо задатки, вимагаючи від дитини виконання нашої волі всупереч їх бажанням. Тим самим ми порушуємо правила вічливості, а образа і нерозуміння дитини можуть назавжди перекреслити все те, чому ми його навчили.